пятый раз Барнаул собрал любителей и профессионалов биатлона. Спринт, гонка преследования, эстафета. В этих дисциплинах соревновались спортсмены. В этом году впервые в биатлоне участвовали женщины. По словам прекрасной половины, это самый главный подарок, который они сделали сами себе к 8 марта. К нам с удовольствием едут, потому что мы прекрасно размещаем наших гостей. Значит, у нас великолепные призы все. Ну, в общем-то, они нам сразу говорят, ну, во-первых, медали Союза биатлонистов России настоящие. Соревнования, состоявшиеся в Барнауле, стали крупнейшими в стране среди ветеранских. Похожие состязания проходят в Ульяновске и в Мурманске, но они нацелены на европейскую часть страны, и в них, как правило, участвуют около 30-40 человек. Алтай же собрал более 100 спортсменов. У нас проводятся соревнования для европейской части России, части европейской части России, Сибири и Дальнего Востока. То есть мы захватываем большую территорию России, охватываем по сравнению с другими городами. Поболеть за нашу команду пришли не только фанаты этого вида спорта. Среди болельщиков были и молодые спортсмены, будущее алтайского биатлона. Мы надеемся, что наши ребята молодые, школа Тарасова образована, губернатор очень серьезную поддержку оказал развитию школы имени Тарасова. Они набрали молодых ребятишек от 8 лет. И я надеюсь, что вот эта молодая поросль, она даст хорошие результаты. В итоге в эстафете первое место завоевала сборная Алтайского края. Вторыми пришли томичи, бронза у бийчан. В личном зачете в спринте золото у спортсменов из Барнаула, Бийска и Томска. Галина Юмашева, Маргарита Белова, Александр Антропов. Наши новости.